Всем привет, вы на моем канале. Сегодня я делаю ролик ответ на комментарии подписчиков и зрителей. Давайте начнем. Заходим в комментарии. Давайте для начала с моим ответом начнем разбирать. Володя, привет, Станислав. Поздравляю тебя с 300 подписчиками, хотя их уже было 314. Точнее, хотя их уже больше, 314. Надеюсь, их будет еще больше за этот год. Спасибо, Володя, огромное. Вот мой ответ. Круто. Спасибо. Смайлик. Угу. Молодец, прошел. Спасибо. Сними блокраж. Что это? Слабо. А сам чё? Вам двоим до меня как до смерти 56к, и что? Так, браво, Ленечек. Ну, окей. Спасибо. Как-то ты медленно набираешь подписчиков, хотя снимаешь крутые видео, я тебя уже обогнал, хотя у меня было 50 подписчиков. Кстати, это я, помнишь, я тебе коды в Лимонбокс давал. Привет, Егор. Да, медленно я набираю, но все равно. Ну, мне, в принципе, нравится. Да, помню, ты мне давал коды, спасибо. Я люблю Леона, Ленечек, я тоже люблю Леона. Больше всего мне не понравился, что технический перерыв был долго. Да, да, мне это тоже. Хотя бы эта обнова нормальная. Да, нормальная. Денислав, когда уже снимешь ответ на вопрос? Вот я снимаю. Угу, Ленечек, спасибо. О, привет, привет. Ну-ну, Какашвили. Ленечек, спасибо за то, что прифотошопил меня Леона. Не за что, плохо играешь. Сам плохо играешь. Супер, спасибо. Это я сам писал комментарий. Эх, ностальгия, Йострекс. Да, ностальгия. Егор, супер-пупер, привет, привет. Ленечек, спасибо. Ждем-с. Да, понятно. Напишите, парнишки, хороший комментарий. Спасибо. А4, он бот, кто бот? Это чипс А4, да. Такие ж, как Вейстоньки, это я сам писал. Это все фигня. Все, что они тебе ответят, ты в игре можешь по шаблону прочитать. Если тебе надо восстановить акт, надо писать именно через игру. Они сами тебе в этом говорят, не могут, сайт бесполезен. Понятно. Крыса из помойки, спасибо. Не за что. Супер, спасибо, спасибо, поздравляю, спасибо. А ты использовал тактику с моего видео? Ну, я сам еще до нее догадывался. Ну, короче, сам тоже догадался. И спаите же я ее за 15 минут прошу. Да, просто в ШД мне не очень везет. Go Trio Retropolis, окей. Прикольно, спасибо. Обзор под Моргенштерна. Тяп-шап, тяп-шап, тяп-шап. Да, обзор под Моргенштерна. Как ты ускоряешь видео? Юкат, Ленечек, юкат. Вот, сам бот. Спасибо. Почему ты удалил мут видео? Это не я, это разработчики. Денис, сам не расстраивайся, как же сам не забанили? Ну да. А может из-за сундуков страйк? Ну, вряд ли. Я думаю, это из-за того, что я указал ссылку в описании видео на эту игру, на этот приватный сервер. Светлана Тимофеевич, спасибо. Ты не мог, Ленечек, ты не мог меня принять, потому что я поставил не беспокоить. Да, я понял. Чел, а ты... Что я не знал, что лапать славу можно еще хромокредиты брать. Я знал, просто я не задумался именно в тот момент. Я не сам локти пригласки, друзья, ну, всегда можешь. Я это обязательно оставлю, так сказать, ссылочку. Вот эти палки интернет означают. Да, я знал, это уже
У меня в новом справе 14 бойцов, 35 ранг. Круто, молодец. Классный обзор, так держать. Спасибо. Денислав, сними тоже видео про ответ на вопросы. Я уже его снимаю. Я бы купил, но у меня нет спайка. Но он у тебя обязательно будет. Надеюсь. Ленечка, спасибо. Офигеть, я тоже себе куплю лайк подписку. Спасибо. И что, типа, хвастаешься, что ты богатый? Я не хвастаюсь, что мой твинк, я вообще туда не доначу. И вообще, просто снимаю, как покупаю скины, чё. Поздравляю, Денислава, я купил пиротехника спайка. Круто, молодец. Хоть не играю в Brawl Stars, но все равно круто. И подписку спасибо. Денислава, поздравляю с 200 подписчиков. Спасибо огромное, Володя. Поздравляю, спасибо. Как скачать? Что скачать? Привет, привет. Подпишись на меня, пожалуйста. Я подписался уже на тебя. Тоби, не понял. Что у тебя с голосом? Да просто приболел. Ну, голос сорвал, вот, лечу сейчас. Крутой, спасибо. Топ-видео, спасибо. У вас обоих классные ролики, а когда вместе играть, вообще улетный видос. Спасибо, Володя. Привет, меня тоже зовут Денислав, давай вместе играть, браво. Да, ты мой тезка, Йострикс, да. Привет, привет, Твикс. Наконец-то видео. Наконец-то видео, да. Наконец-то. Спасибо, что подписался на меня. Не за что. Когда новое видео? Уже 3 дня нету. Оно уже вышло. Уф. Не понял. Ахахахахах. Да, смешно. Ты хорош. Спасибо. Здорово, Денислав. Это я, Монгас. Прикольное видео. Да, ты из моего клуба. Привет. Привет. Спасибо за третью часть. Не за что. Лима бокса не будет, можно же удалить игру, скачать, все нормально будет. Я уже пробовал, но, к сожалению, не получилось. Я уже забил. Я уже новый акт сделал. А как с тобой видео записать? Ну, опиши мне в Инстаграм, договоримся. Нет, ты точно не малолетка. Ну, конечно, я не малолетка. Круто. Спасибо. Вот код крутой, сори. Круто, спасибо. Пов, Суперсел убирает бокс. Ты, который играешь в симулятор боксов Бабл Квас, и я, который играю в Ретро Брау. Круто. Я тут первый, да, первый. Молодец. Когда выйдет новая серия по Лимон Бокс, тогда я скажу крутой код. Она уже вышла. Самое длинное видео на канале, да, это самое было, ну, уже есть подлиннее видосики, мне кажется, я не помню уже. Как тебе такой Иван Маск? Это я писал. Ура, вторая серия, а будет 10 тысяч или 100 тысяч гемов, а тебе сколько лет, когда мне 14 лет, а когда ты видео записывал, что там 60 бралеров, почему я его только сейчас? А это у меня была старая версия, походу. Здесь 11 ответов. Я отвечал. Короче. Ленчик с другого телефона. 1000 просмотров. Ну, конечно, у меня у Ленчика из другого телефона 13 тысяч. Это максимум. Ну, ты тоже продолжай. Классно. Спасибо. Круто. Спасибо. Будет вторая серия. У меня там 25 тысяч кубков. Все бойцы на максимальной силе. Да, уже вышла вторая серия. Круто. Привет. Видео топ. Ну и сам ютубер топ на пути славы. У тебя баг. Да, у меня баг. Спасибо огромное. Ты тоже топ. У него 139, у тебя 10 лоу молчи. Спасибо, Твикс, что что ответил школа блогер, в чем он плох, да, правильно ответил. Ленечка, кстати, это я наблюдал. Да, ты наблюдал, круто, я знаю. Очень глупо сделано было собрать Бастера и на него очки силы закидывать. Ну, мне не было цель прокачать Бастера. Я хотел прокачивать других бойцов. Тебя монтировать учили, а тебя учили. Привет. Я тоже играю в Brawl Stars. Мне было Тараса Мегаящика. Круто.
А мне по 12 выпал фэнк. О, круто. Привет, классное видео. Спасибо огромное. Да, Леона, такая реакция в залп. Да, у меня такая реакция. Как игра называется? Бокс-симулятор. Как она там называлась? Стойте. Старбокс-симулятор. Вот. Возвращаемся. Офигеть. Спасибо. Круто. Спасибо. Кажется, у тебя видео прервалось. Да, прервалось. Оно у меня часто прерывается. Позже сделаем мем про шлёпа. Я не знаю, о чем ты. Посмотри игру Лимон Бокс. Советую мне друзья играть. Весь класс. Заметь, скачай позже. Ну и сними видео на это. Я уже снял несколько видосов. Можешь посмотреть. И не сам-то я, Ленечка, с другого телефона. Круто. Он здесь сейчас мифический арсенал легендарный. Да, понятно. Я тоже ее получил. Яростный удар, круто, молодец, молодец, спасибо. Как ты, Денислав? Хорошо. А теперь давайте без моего ответа. Короче, на рассмотрение есть комментарий Brawl Stars. Ага. Удаляем. Так, без моего ответа, ответ с новыми моим ответом. Короче. Я прочитал все свои комментарии. У меня их так мало, потому что я недавно открыл комментарии. У меня не на все видео они были. Они у меня с недавних пор. Я просто не знал, что он там регулирует контент, какой тип. Короче, вот так вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.